Ничто не выдавало так советского разведчика, как волочащийся за ним парашют. Так и здесь. Все прекрасно понимают, почему европейские лидеры не посетят данное мероприятие. Все прекрасно понимают, что это не просто их решение, а это решение, опять же, наших коллег с другого континента. Абсолютно ни к чему негативному это не приведет. Потому что мы как чествовали этот праздник, как мы считали, что наш советский народ является победителем в этой войне, так мы и будем считать, вне зависимости от того, как нас поддерживают в Европе или не поддерживают.